Добрый день, уважаемые огородники и гости нашего канала. У нас в Подмосковье установилась благоприятная погода, благоприятные условия, и были сильные возвратные заморозки, и ночная минусовая температура, и днем держалась очень неприятная такая ситуация. Но, наконец-то, сегодня я приступаю к посадке гороха. Конечно, горох, он может и терпеть холода, он не прихотлив в этом случае, но я не рискнула раньше посадить горох. Значит, я сделала лунку такую и, значит, бороздочку, да. Глубина бороздочки 4 сантиметра и раскладываю горошек через 7-10 сантиметров. Таким способом произвожу посадку гороха. Семена выбираю любые, нет у меня какого-то определенного любимого сорта. Его подкармливаю и поливаю, и он отблагодарит своим урожаем. А что же я делаю при посадке, то есть чем удобряю, это зола. Зола у меня своя. Что она дает? Конечно же, зола раскисляет почву. Таким образом, значит, беру. Наша зола раскисляет почву. Это один плюс. Я прямо так сыплю бороздочку. Второе, значит, она защищает от бактерий и землю, и наши, значит, семена. И, конечно же, от вредителей. Не стопроцентная защита, но, тем не менее, это так. И, конечно же, это хорошее калийно-фосфорное удобрение. То есть, любому удобрению при таком составе она даст фору. И что еще мне нравится, что зола еще, конечно, дает правильно усваиваться азотному удобрению. Поэтому смотрите, сколько плюсов у золы. Поэтому ее я использую. И, значит, заглубляем немного. И помним о том, я не полила бороздочку, сейчас я пролью все это. И помним о том, что горох любит частый полив. Вот пока не взошел он, поливаем часто. И когда взошел, тоже практически каждый день, либо через день поливаем. Потому что сейчас у нас обещают, значит, сухие дни. Поэтому грядку с горохом не забываем, проливаем. Ну, и сегодня также буду сеять морковь. Сегодня 9 мая. Поздравляю вас всех с праздником. Сегодня очень благоприятный день для посева корнеплодов. Морковь можно сеять и в апреле, если вы хотите ранний урожай собрать. А на хранение не поздно и сейчас посадить. Ну что, пока я сею горох.